Cel mai mare pasaj subteran din sectorul Botanica va deveni în câteva luni de nerecunoscut, dacă până acum trecerea reprezenta un pericol real pentru un chișinăuieni fără iluminare, scări distruse și pereți dărăpânați. Acum autoritățile locale vor să schimbe situația. Две недели назад были начаты работы по реконструкции, восстановлению двух подземных переходов, двух лестниц с левой стороны. То есть они были перекрыты полностью, были снесены и демонтированы все плитки вместе с основой, заново был залиты ступеньки и уложены сверху мраморные плиты. Potrivit lui Iurie Vitneanschi, în câteva luni, agentul economic urmează să înceapă reabilitarea din temelie a întregului pasaj subteran. Вот сейчас мы уже готовимся, находимся на старте капитального ремонта подземного перехода на даче Дичибал. Мы планируем сделать капитальный, то есть так же, как и других подземных переходов, начиная от границы Ботаники вместе с сектором центром был реконструирован капитально подземный переход около первой городской больницы. La vară sau cel târziu la începutul toamnei, autoritățile locale planifică să dea în exploatare pasajul renovat.